от великой скорби и стесненного сердца. Я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Апостол Павел. Собрание песен сих, где каждый стих наполнен скорбью черную до края, сложил я, ведатель страстей людских, поскольку сам в себе их порицаю. Писал я, чтоб слова дойти могли до христиан во всех краях земли. Писал для тех, кто в жизнь едва вступает, как и для тех, кто пожил и созрел, для тех, кто путь земной свой завершает и приступает роковой предел. Для праведных писал я и для грешных, для утешающих и безутешных, и для судящих, и для осужденных, для кающихся и грехом плененных, для добродетелей и злодеев, для девственников и прелюбодеев, для всех, для родовитых и ничтожных, рабов забитых и князей вельможных, писал я равно для мужей и жен, тех, кто унижен, тех, кто вознесен, для повелителей и угнетенных, для оскорбителей и оскорбленных, для тех, кто утешал и кто утешен. Писал равно для конных и для пеших, писал равно для малых и великих, для горожан и горцев полудиких и для того, кто высший властелин, которому судья лишь Бог один. Для суетных людей и для благих, для иноков, отшельников, святых. И строки, полные моим страданием, пусть станут для кого-то назиданием. Григор Нарекоцы. Книга скорби. Слово к Богу, идущее из глубин сердца.